На пересечении Садовой улицы Невского проспекта в час дня неожиданно забил фонтан высотой 2 метра. Несанкционированный выброс воды произошел из-за повреждения пожарного гидранта на магистральном трубопроводе диаметром 400 миллиметров. На место коммунальной аварии прибыли сотрудники водоканала и ликвидировали аварию в течение часа. Все это время прохожей была уникальная возможность сделать фото на фоне фонтана, не обозначенного ни в одном путеводителе.